Крыша примята, стекла разбиты. Эта иномарка в Братске съехала с дороги и перевернулась в кювет. В легковушке ехали 4 человека, но пострадал лишь 7-летний ребенок, который был на заднем сидении. Подобная авария произошла и на Качугском тракте, недалеко от деревни Турская. Молодой человек за рулем легковой иномарки не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. 29-летняя гражданская жена водителя, ехавшая на пассажирском сиденье, буквально вылетела через окно. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой. Предварительно водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Возможно, лопнуло колесо, но при осмотре транспортного средства у него все 4 колеса были спущены. Также хотелось отметить, что водитель управлял в летний сезон, в летний период на зимней резине. Разбираться в причинах серьезной аварии предстоит и полицейским Братского района. Там 18-летний молодой человек на мотоцикле сбил 4-летнюю девочку. Ребенка с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Байкер с места происшествия скрылся. В течение нескольких часов его личность была установлена, а сам мотоциклист задержан. Освидетельствование показало, что он был трезв.